умершие не возвращаются. Но некоторые остаются с нами. Иоанн Богослов. Вообще-то. Джексон, иди помоги ему. Ага, сейчас. Сейчас. Иди, помоги ему. Поосторожней с этим, Джексон. Мою сумку взял? Да, аккуратней. Все застраховано. Знаю, но лучше, если мы вернем это в целости. Спасибо. Время, деньги. Глазго, 1986 год. Я Джексон. Мы говорили по телефону. Очень приятно. Вот. А это Энджела. Моя сестра. О, конечно. Это у нее дар. Я читал про вас статью в газете. Да, смотрите. Она чувствует присутствие. Здесь что-то есть. Привет. Все хорошо, милая. Поздоровайся. Здрасте. Мы поговорим с мамой и вернем ее на небо. Не волнуйся за нее. Теперь должно. Пробуй. Да, порядок. Как вы звали ее дома? Ласково. Мэдди. Все звали ее Мэдди. А что это? Что он делает? Это датчик ЭМП. Измеряет электромагнитные поля. Нашли что-нибудь? Определенно, да. Особенно в подвале высокие показатели. Она проводила там много времени. Мэдди много лет занималась пошивом одежды. Простите, нам очень тяжело сейчас. Особенно Сьюзи. А у вас давно умерла? Ваша мама? 5 лет назад. В декабре. Вам, наверное, тяжело? Да. Так, Энджела, когда зайдешь туда, не торопись, будь очень внимательна. Ясно. Если что, помни, что мы рядом. Хватит уже. Старайся. А, тут кино снимают. Все хорошо? Ты под кайфом. Да. Пойдем лучше работать. Thank you.
Мэдди! Меня зовут Энджела Сейерс. Меня позвал ваш муж, Фрэнк. Я пришла сказать, что вы должны покинуть дом. Ваш муж и ваша дочь очень скучают по вам, но им нужно жить дальше. Вы слышали? Вы это слышали, да? Мэдди сейчас там. Она ее видит? Нет, она может только слышать. Ну вот и все, закончили. Мэдди уже покинула ваш дом. Мы закончили, Джексон. Рассчитайтесь с Бет. А я пойду позабочусь о сестре. Это истощает ее силы, понимаете? Да, конечно. Проклятие. Обитель смерти. Эндж, ты как? Что с тобой? Вставай. Шотландцев и их привидения. Покажи Элиоту рекламу, которую ты сделала. О, точно. Услуги медиума. От трагедии к триумфу. Энджела унаследовала дар своей матери. Честно, не знаю даже, что и сказать Джексон. О нас будут говорить повсюду. Я думал, мы эту тему не используем больше. Потому что Эндж против. Слушай, меня интересуют только съемки. И что потом? Мечтаешь рвануть в Голливуд? Я просто думаю, что все это глупо. Эл, так ты вали туда прямо сейчас. А мы останемся и заработаем кучу денег. Какой же ты придурок. Эндж, да подожди. Поможешь мне? Знаешь, сегодня в подвале ты была какая-то расстроенная. Да, я готова была убить Джексона. Могли бы сказать, что она нападет. Ты о чем? Кто нападет? Да брось. Она... Как вы это провернули? Привязали к манекену веревочки, чтобы он двигался как... Нет.
Я правда не понимаю, о чем ты. Забудь. Все хорошо? Веселого Рождества. Психиатрическая больница Лорел Крик. Уважаемый мистер Сейерс, мы будем рады помочь вам и вашей дочери и готовы обсудить все возможные варианты. Серьезно? Я вас слушаю. Как быстро вы сможете приехать? А где вы живете? Шоссе 77, поместье Грин. Понимаете, они все время визжат. Простите, кто визжит? Девочки, я слышу их крики каждую ночь. А, ясно, у нас сейчас расписаны все дни, так что, боюсь, мы ничем не можем вам помочь. Сожалею, извините, я... этому простому приему. Найдите тихое место с зеркалом, где вам никто не помешает. Посмотрите на себя и сосредоточьтесь на... Дар. Это дар. У нее есть дар. У нее есть дар. У нее есть дар. Энджела, вы правда видите свое будущее в психологии? Вы не сдаете работы, не ходите на лекции. Да, я в последнее время неважно себя чувствую. Мы просто хотели подзаработать. Если вам не интересна учеба, другой студент с радостью займет ваше место. Нет, что вы, просто у меня возникли некоторые семейные проблемы. Может, вам поговорить об этом с кем-нибудь? Тут нечего стыдиться, у нас есть чудесные консультанты, готовые помочь. Я не хочу ни с кем говорить. Но я не могу поставить зачет просто так. Ладно, ну тогда дайте какое-нибудь дополнительное задание. Давайте так. Не пропускайте занятия. У вас есть потенциал, раскройте его. Не бойтесь целиком посвятить себя этому. Результат вас удивит. Энджела, простите, у вас... Вы кто? Дедуль, шутить на эту тему не лучшая идея. Только шутить мне и остается, милая. Привет, парни. Как вы тут с дедом? Он не забывает гулять с тобой? Эй, я не глухой. И я тоже все слышу. Не забывает?
Ах, да. Бабушка обожала эту песню. Вот. Как там учеба? Хорошо. Все в порядке. А где же крохотные пирожные, как в прошлый раз? Все так же сильно скучаешь по ней. Кстати, напомни моему внуку, что он так и не вернул мне 500 фунтов, спущенные на очередную аферу. Уверенность – наше главное оружие. Уверенный человек – это успешный человек. Приручите свой разум и контролируйте свои мысли. Управляя своим разумом, вы сможете управлять другими. Какая она была до того, как все началось? Твоя мама была очень скрытной. Бабушку твою не слушала, жила в своем мире. Уехала в Америку, ввязалась в это чертово гиблое дело. Встретила твоего отца. Что было дальше, я не знаю. Разочаровала тебя. Это маразм, понимаешь? Сидеть в своей комнате годами. Говорить про эти голоса в ее голове. Кровь из носа. Невидимые люди, которых вообще не было. А потом она покончила с собой. Твоя мать была напугана всем этим. Будь у нее больше сил, она была бы жива. Тройное убийство в семейном детском доме. Раскрыты подробности убийства детей. Да, это услуги медиума. Слушаю вас. Нет, а кто вам такое сказал? Тебя с лицом. Не бери в голову. Что ты сказала той старухе? Старухе? Джексон, серьезно, во что ты вляпался? Ты отказала ей по телефону. Я просто... Я не могу. Хватит. Мы переехали, чтобы начать все заново, а занимаемся той же фигней, что и дома. Ты согласилась. Ты меня заставил и сказал, что это ненадолго. А мы... Мне надоело. Ничем не могу помочь. Новая жизнь – штука недешевая. У нас все равно нет аппаратуры на такой большой дом. Я позвоню Эллу. Он выкрутится. Эй! Не парься.
Старуха ничего не заподозрит. В том доме творились ужасные вещи. Какие? Убили трех девочек. Что? Да брось! Там все будет так же, как и везде. О, мой бедный малыш. Я скучаю. Моя умершая жена не дает мне покоя. Будь, чертовы духи! Все, что нужно, устроить классное шоу, и она успокоится. Проблема не в этом, Джексон. А в чем тогда? Она платит двойной тариф, лишь бы мы приехали. Что тут еще думать? Ну, не знаю, я не жулик, как вы с мамой. Хочешь поговорить об этом? Джексон. Ты с момента смерти мамы постоянно меня осуждаешь. Видите ли, я все делаю неправильно. Мама глаза себе выцарапала, потому что ее угнетала реальность. Но это наша реальность. Все, что она нам оставила, это дедушка, который не помнит, какой сегодня день. Но помнит твои долги. Я пытаюсь нас вытащить, но ты все усложняешь. Думаешь, мама была жертвой? Не была. Она бросила нас, помнишь? В твоей голове полный бардак. Ты лучше разберись с ним, пока не поздно. Иначе у тебя крыша поедет, как у мамы. И мы оба знаем, чем это закончилось. Да пошел ты. Эндж, прошу. Мне нужны деньги. Заработаем по-другому. Без тебя я не справлюсь. Они убьют меня. Что ты делаешь? Уезжаю. И куда же? Обратно в Лондон. С тобой или одна? Бет. Они знают, где мы живем. Не уезжай. Пожалуйста, я расплачусь с Крейгом, и мы уедем. Обещаю тебе. Бет. Кто здесь? Не нашла твоего брата. Я в деле. Ты чудо, а не сестра. Thank you.
здесь? Похоже, что да. Чего, Энджи? Здесь нашли тела девочек. В этом доме? Пальцем не показывай. Ее сын посадил их трупы в круг, чтобы смотрели друг на друга. Ладно, за работу. Пошли знакомиться. Вы, должно быть, Джексон. Да, вы миссис Грин? Приятно познакомиться. Кто это вас так? Ваш садовник врезал мне замком от ворот. Вы, я смотрю, шутник. Виктор мухи не обидит. Это вы, Энджела? Это Эллиот, наш техник и оператор, а это Бет, тоже наш техник. Прошу. Вы очень красивая. Спасибо. Вот, это на стол. Ладно. Они не хрустящие, но девочкам так больше нравилось. Дамы, вперед. Спасибо. У вас чудесный дом, миссис Грин. Пока был еще жив мой муж, было гораздо легче. У нас была домработница, повар, ландшафтный дизайнер. Вы не против, если, простите, мы будем придерживаться договоренности? Получено с благодарностью. О, да, но оплата у вас после работы. Извините за эту неловкость, но лучше решить вопрос сейчас. А в рекламе написано так. О, у вас есть наш флаер. Откуда он у вас? Вы слышите крики. Да. Сначала неприятное хихиканье, а потом крики, ругань. Прошло уже 15 лет. С тех пор, как мой сын Герман. Он на самом деле убил девочек? Это ужасно, миссис Грин. Мы постараемся помочь. Жаль, я не спохватилась раньше. Мой сын был странным ребенком. Это моя вина. Я так их любила. Вы не виноваты. Сейчас я хочу, чтобы в доме было тихо. Думаю, вот этот вход. Да, просто воткни его сюда. Скажите, а... У вас остались какие-нибудь фотографии? Фотографии? Да, девочек. Это поможет установить с ними связь. Ясно. И я смогу обратиться к каждой по имени. Это вызовет доверие. Это мы все вместе.
наша миссия. Вот она. А вот это повыше Тэмми. А это крошка Клэр. Она была такая милая. Видите Мишку? Это подарок Германа. Клэр первая исчезла. А это... Герман, да. Мой мальчик. В газетах его называли монстром. Но он мой сын. Возможности разума безграничны. Наполните его правильными мыслями, черт, и ваша жизнь начнет меняться. Вы не можете контролировать все события. Но вы можете контролировать свои мысли и действия. Контролируя свой разум, вы контролируете свое настроение и отношение к ситуации. Затем вы сможете изменить эту ситуацию. Четко сформулируйте свою цель. Визуализируйте ее. Стремитесь к ней. Будьте проактивны. Проявляйте инициативу и помните, вы лучше всех. Старуха говорит, что в восточном крыле ремонт. Это здорово упрощает нам жизнь, но локации нужно выбирать с умом. Иначе весь наш спектакль растянется аж до пятницы, понятно? Так, тогда я предлагаю начать с жилых помещений, а там разберемся. Установлю везде микрофоны. Отлично. С голосами поиграла? Да. Супер. А вот еще. Класс. Значит так, включаешь по моему сигналу, как обычно. Услышишь хихиканье, начинай снимать более дерганно. Эндж, у тебя кровь из носа. Простите. Все хорошо. Зачем ты меня напугал? Затем, что я пугала. Все в порядке? Что это было? Эндж. Что ты делаешь?
Ты меня слышишь? Что случилось? Она упала? Все в порядке. Она что-то услышала, а потом... Не знаю, просто вырубилась. Слушайте, может, нам лучше уехать? Вернемся через какое-то время. Она говорит, все в порядке. Но у нее был обморок. Я в норме. Ладно. Класс. Вернемся к работе. Принести что-нибудь? Стаканчик воды можно? Сейчас. Эл, за работу. За работу. Ладно. Спасибо. Все хорошо? Я очень люблю тебя. Веду себя как идиот, но я люблю тебя. Помни об этом всегда, ладно? Идем. Так, я все настроил, можем начинать. А могу я спросить, как именно все это работает? Да, конечно. Сперва Энджела обследует весь ваш дом. Это займет какое-то время, но как только связь будет установлена и... Джексон. Вы со всеми своими клиентами работаете так? У меня нет сигнала. Не валяйте дурака. Проверь, пожалуйста, все контакты. Приятно, наверное, работать с сестрой. Быть все время вместе. Разве это не счастье? Чего мы ждем? Картинки нет. Ты что-то видела? Что это было? Что именно? Клянусь, я тебе поверю. Ладно. Ты знаешь, что причина, по которой я здесь, не только в том, что я люблю все снимать. Я согласился, потому что ты в этом участвуешь. Надеялся, вдруг у нас что-то получится. Это заметно? Немного. Да. Заметно. Ну вот. Сигнал есть. У нас все работает. Хорошо. Идем. Ты будешь снимать или нет? Мы ничего не видим. Да, сейчас. Минутку. Три ослика кактусы кушали, и меня совсем не слушали. Энджела будет подробно рассказывать нам о своих чувствах, о голосах, о том, что слышит. Мы увидим все будто ее глазами. Видеть будет она. Угу. И девочки, если заговорят, смогут сообщить, где их искать. Они сами укажут ей путь. Угу. Когда они установят связь, тогда Энджела спросит их, что именно нужно будет сделать, угу, чтобы они покинули дом. Угу. По очереди. По очереди, совершенно верно. Она с каждой из них поговорит и по очереди попросит их уйти.
покинули этот дом. Ты слышишь? Что? Прикольная штука. Ты правда не видишь? Не вижу, Энж. Зовет нас за собой. Ну, ладно. Куда они идут? Энж, ты чувствуешь присутствие? Идут в восточное крыло. Анжела, прием. Возвращайтесь. Тэмми, ты где? Черт, что вы там делаете? Эллиот! Что случилось? Эд, что происходит? Черт. Джексон, пол провалился, и Эллиот... Черт! Эллиот, ты цел? Джексон, он упал и не отвечает. С ним что-то не так. Эллиот! Я помогу им. Нет. Все плохо, Джексон. Ты можешь? Я сам схожу. Эллиот, ответь мне! Эллиот, ты слышишь? Ты живой? Эллиот! Лодыжка! Я слышу хруст! Черт, как больно! Поговори со мной! Малыш Крепыш на краешке стены лежал. Все будет хорошо. Малыш Крепыш снова со стены упал. Ты
Ну что, доигрались? Эл, ты там живой? Да. Но кажется, мне нужно ехать в больницу. Мы вытащим тебя. Потерпи чуть-чуть. Ты вызвал скорую? Давай сначала вытащим его оттуда, а там посмотрим. Нужно закончить работу. Джексон. Если мы вызовем скорую, нам конец. Чёрт, Джексон, это же Эллиот. Что там в целом? Спроси у миссис Грин, где взять лестницу. Сейчас. И еще веревку. Не доверяешь мне? После той истории с кленом? Мне было 12. Да, но коленка у меня до сих пор щелкает. Мне тоже нравится с тобой работать. Держи. Ничего, ничего. О, плохо дело. Ну, значит, не притворялся. Помогите. Девочек держали тут. Смотри, народ. Она хотела, чтобы мы увидели. Кто? Тэмми. А Тэмми это... Ладно. Я знаю, звучит безумно. Но в последнее время я стала видеть странные вещи. Джексон, я не шучу. А вдруг это правда? А если по дому бродит и призрак Германа? И что, если он хочет убить всех нас просто из мести? Я видела девочек. И у них были зашиты рты, как писали в газетах. Это самый обычный дом. Мы в подвале. Кто-то нарисовал рожицу на стене. Ничего особенного. Она привела нас сюда. Это не совпадение, и мы здесь не просто так. Я тоже не думаю, что это совпадение. Я думаю, все это не случайно. Все, что происходит и в жизни, и вообще, все не случайно. Я понял. Хватит болтать. Брось ты эту чертову камеру. Да заткнись, брось камеру. Джексон. Я за нее отвечаю. Ну все. Ладно. Закончим работу. Иди ты, Джексон. И пошло все это, с меня хватит. Давай, пожалуйста, без истерик. Я знаю, что видела. Ты просто спятил, Энж. Кончай пить таблетки. А ты и правда поверила в этот бред? Бред? Это была твоя идея. Надо было придерживаться плана, а не бродить по дому, как сумасшедшая. Я не сумасшедшая! Девочки реальные, я их видела. Джексон, я говорю правду. Ты сама себя слышишь? Ты говоришь, как мама. Мама не была сумасшедшей. Thank you.
Миссис Грин, небольшая заминка. Не волнуйтесь, мы... Миссис Грин. Мы все равно очистим дом. Обещаю. Нет, боюсь, вы не справились. Миссис Грин, уверяю, мы избавим вас от этих голосов. Даю вам слово. Мы останемся. Замолчите. И... Я думала, вы мне поможете. Но это спектакль. Все это дешевый обман. Дар Энджелы. Я думала, раз вы слышите их, то сможете и заставить замолчать. Я хочу, чтобы вы уехали. Сейчас же. Вы не правы. Это не спектакль. Это реальность. Но нельзя контролировать невидимое. Я хотела для них светлого будущего. Все готова была им дать. Надеялась, что они будут благодарны. И будут считать меня мамой. Но они не слушали меня. Не замолкали ни на секунду. А мой Герман был очень послушным. Это девочки виноваты, не он. Маленькие чудовища. Ясно. Бет, собирайся. Пора сваливать отсюда. Если честно, я не считаю тебя странной. Хотя я знаю, что все ребята в универе думают, что ты чокнутая. Но мне это всегда в тебе и нравилось. Вот. Джексон. Бет? Нет! Бет!
что ты делаешь? Это... Бэт. Ты где? Я иду за ней. Вы с Эллиотом. Ждите у машины. Я люблю тебя. Прости. Но мы должны держаться вместе. Джексон! Я нашла тебя. Бет, милая. Ты как? Тише, это я. Все хорошо, успокойся, успокойся. Это я. Я тебя вытащу, обещаю. Джексон!
прости. Тварь! Джексон. Так, Люд, давай повернись. Вот так, давай, еще чуть-чуть. Давай, давай. Элла, открой глаза, ну же. Элла, очнись. Эй, где Джексон? Эллиот, где мой брат? Он унес его. Кто унес? Эллиот, кто? Он унес. О, милый, мы тебя разбудили? Извини, что так получилось с твоей смазливенькой подружкой. Но видишь ли, мне не хочется, чтобы сюда нагрянула полиция. Снова. Мама меня хорошо воспитала. Она била меня ремнем. Резала меня. Прижигала гениталии. А девочки не слушали меня.
Клэр. Не дергайся. Я очень люблю тишину. Ведешь себя как девочки. Они тоже постоянно болтали, шептались по всему дому. Я им говорила, в каждой семье есть секреты. Но после крошки Клэр им пришлось замолчать. Тише, тише. Умница. Ну вот и все. Приведи остальных. Герман, хватит пялиться на нее. Прости, что не смогла помочь. С
Смотри, что ты и твой брат заставили меня сделать. Все было не по-настоящему, да? Миссис Грин, отпустите нас. Ты же знаешь, я не могу этого сделать. Герман, отнеси его в сарай. Когда закончишь с ним, приведи второго мальчика. Нет, нет. Нет! Не смей его трогать! Нет! Джексон, нет, нет, нет! Он это все, что у меня осталось! Тварь проклятая! Не шуми. Оставьте ее! Герман, займись им. Герман, давай! Держи его! Герман! Герман! Не бойся, не бойся. Все закончилось. Хорошо, все хорошо. Мама рядом. Я здесь, я с тобой. Слышишь меня? Я не брошу тебя, не брошу. Обещаю, обещаю. Мальчик мой. Нет, нет, не надо. Что у меня осталось? Нет, миссис Лин! Пожалуйста, миссис Лин! Нет! Нет! Это был мой мальчик! Прекратите! Не трогайте его! Это был мой сын! Помогите ему! Помогите нам, пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста! Прошу, пожалуйста, помогите. Да когда же ты уже смолчишь навсегда? Пожалуйста, прошу. Yeah!
найду помощь, ладно? Ладно. Хорошо. Да. Джексон? Джексон! Эндж? А где Бет? Не могу ее найти. Вы можете зайти к нему. Привет. Привет. Это проклятие. Я должен был это предвидеть. Это моя вина. Ты ничего не мог сделать. Знаешь, Джексон... Я сейчас приеду. Тебе нельзя быть одной, Энджела. Я не одна. Режиссер Олаф де Флёр. Продюсеры Брайан Коффи и Дэнни Шерман. Авторы сценария Бен Китай и Ева Константополос. По роману Хаш Ева Константополос. В главных ролях Флоренс Пью, Бен Ллойд Хьюз, Скотт Чемберс, Джорджина Биван, Джеймс Космо и Селия Имри. Оператор Бьярни Феликс Бьярнесон. Thank you.
художник Джеймс Лепсли. Фильм дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Пионер» в 2021 году.